Смотрите, друзья, какой я нашел теремок в лесу. Обалдеть, да? Тут так залазить. Детишки, наверное. И туда. Там написано парилка 228. Обалдеть. Я бы, конечно, попытался бы туда залезть, но не стоит. А то еще хряпнусь. Вон у них там, не знаю, или вот эта дверь, наверное, вот эта дверь. Или заколочена. Или там где-то дверь. Обалдеть. Вот это да. Решил по лесу прогуляться, друзья. Лес — это тоже хорошо. Лес — это очень хорошо. Друзья, всем приветики. У меня сегодня прогулка по лесу с вами. Просто прогулочка по лесу. По сопке. Решил я прогуляться. В больничку я сходил. Толку никакого. В общем, надо идти все платно, друзья. Все платно. А там все это шляпа. Так что я сейчас схожу, ребят, заберусь на эту гору. Посмотрим, что там у нас. Где у нас здесь пекут шашлыки. Ну, в том году даже, или позатом году, люди перестали здесь шашлыки делать, но есть, конечно, индивидуумы, которые делают. Но сильно запретили, штрафы большие. Из-за этого люди перестали. Так, земля что-то влажная. Еще не прошли дожди. Не морось была, друзья. Дождей не было, морось. Еще не все, не подсохло. Надо прогуляться, надо. У меня что-то поясница начала еще, блин, меня немножко мучить. Вот здесь, вот видите, шашлыки там делают, конечно. Но с одной стороны недалеко, тут от дома это можно, в принципе, но я не люблю. Надо куда-нибудь подальше уезжать. Оп-оп-оп. Прогуляюсь я. Заберусь я на эту сопку. Друзья, ну за вчерашнее видео, как всегда, я всех благодарю. Всем огромное спасибо, что подписываетесь, оставляете комментарии, ставите лайки, дизлайки, что смотрите. Благодарю. Прошел-то всего тут вверх 200 метров, уже устал. Ну надо, надо. Ничего, устанешь, будешь хорошо спать. Так, это мы поднимаемся на второй речке, друзья, в сопочку. Там за сопкой у нас должен быть тысячекоечная больница. Что я вчера ходил, до нее не дошел. Мы посмотрим сверху. Но там, я как помню, лет 7-8 назад, друзья, строилась то ли онкологическая больница, то ли психушка, то ли дурка. Ну что-то типа того. Фу, посмотрим, построена, друзья, или нет. Вот тут уже подальше от домов. Тут уже вообще, в принципе, спокойненько можно пожарить шашлычки, посидеть. Да можно, что, все равно лес. Фу. Мамка меня ругает, говорит, куда ты опять попер? Я говорю, для друзей снять видосик. Она говорит, ну не каждый же день. Я говорю, каждый день просит. Каждый день. Я говорю, вот видите, ну нормально, в принципе. Буду знать. Если что, так можно, в принципе, с мамкой вдвоем зайти тут посидеть. Лес все-таки. Сколько листвы. Так, почти забрался. Вот он вид. Друзья, тут тоже тропа идет. Я даже не помню, куда она ведет. Я тут тоже не был 1000 лет. Фу. А, да, это же у нас, ребят, это лесной квартал. Вот где тысячекоечный, там вот внизу.
А вон здание там построено, друзья. Сейчас мы по этой тропе пройдем. Построили, построили. Супруга мне говорит, там же онкологическая. Я говорю, ну онкологическая, значит онкологическая. Она говорит, да давно уже они ее построили. Я говорю, ну посмотрю. А то у нас все может быть. У нас вон дурку устроили на второй речке. Я не знаю, как-нибудь туда заехать. Пешком ребятам просто далеко идти. А ее не достроили, разграбили. Просто разграбили. С бюджета деньги высосали. И все. Ну что говорить. Вот-вот, друзья. Сейчас будет видно, да. Построили. Вот она, друзья. Да, все построено. Все сделано, все построено. И я очень рад. Молодцы. Вот там машина, стоянка стоит. Значит, все движется, все работает. Работает. Ох, ветерок хорошо обдувает. О, ребят, просто прекрасно. Фу, просто в кайф. Туда что-то вниз идет. Куда-то вниз. Посмотрим. Все идет, 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 идет. Она там куда идет, непонятно, но куда-то идет. Сейчас посмотрим. Да, тут видите, тоже место есть. В ложбинке так. Значит, оттуда тоже снизу поднимается, здесь делают шашлычки. Так, тут тропа, тропа такая. Вот он, вот он, мы его нашли. Ну, сюда нельзя, наверное, друзья. Ну да, тропа есть, видите, как она, вот она идет. Вот ограждение. Сюда идет. Тут вход. Главное, чтобы не арестовали. О, какой вид. Сейчас посмотрим, что за вид. Ничего я себе забрался, друзья. Вон он там. Название, но отсюда я не увижу. Если только приблизить попытаться, и то, наверное, я сейчас не увижу, что там написано. Что там написано? Потом почитаю. Ладно, что. О, привет. Сорян. Не знаю, палата это, друзья, палаты, наверное. Все сделано. Все культурно, все достроено. Я знаю, что это было давным-давно, ребят. А вид здесь, о, просто обалдеть. Вот это вид. Там я говорил вам, лесной квартал этот у нас, где вот это тысячекочное, вот это все, ребят. Вот это все. Корпус этот построили. Смотрите, какой вид, ребят. Просто вид, вид просто обалденный. Обалдеть. Обалдеть. Тут следственный комитет, а я тут хожу, мой. Смотрите на море, какой вид, ребят. Это просто обалдеть. Ничего себе, я зашел. Красота. Обалдеть. Обалдеть, ребят. Четко, да? Вон она, тысячекочная, друзья. Вон с той стороны, видите? Тысячекочная. А это уже корпус другой. Потом почитаю, посмотрю, если увижу, что тут построено. А там у нас, видите, прямо на море, прямо море, вон, все видно, друзья.
Обалдеть. Вид, конечно, здесь прекрасен. Просто прекрасен. Ничего не скажешь. Хотел прочитать, я посмотрел, смотрите, а там написано морг, ребят, вон белая табличка, ребят, все, тут морг, обалдеть, вот почему здесь стоит следственный комитет, вон что, друзья, ай-яй-яй-яй, вон, это морг, друзья, ну не только морг, еще какое-то отделение, но уже это уже, надо знать, чё к чему. Ладно, надо отсюда уходить, пока нас тут не арестовали что-нибудь. Не нарваться на скандал, как говорится. Оп-оп. Оп-опа. Мы люди не скандальные сильно, но взрывные. А это уже плохо. Можно и поругаться. Что это за цветочки такие? Красивые какие цветочки. Блин, ребята, в лесу так хорошо обдувает вообще. Ну вот они, наверное, отсюда и выходят. И тоже тут раз шашлычков сделали с человечиной. Шучу, шучу, ребят. Кто с юмором, тот поймет. Шутка. Все, тут кабанчика забили, там бам-бам-бам. И все, мы. Ой-ой-ой-ой. Игорь, ты как скажешь, весь телевизионный канал испортишь. Ребят, все с юмором. Все на позитиве. Красиво, конечно, здесь красиво. Там дальше еще дома строится. Стройка идет. Как-то задавали мне вопрос, как насчет строек. Насчет строек, ребят, просто все обалденно. Все обалденно. Жилплощади в городе, ребят, завались. Но она дорогая. Так что мне там иногда задают вопросы, Игорь, стоит ли сюда приезжать. Друзья, везде хорошо, где нас нету. А насчет тут, насчет того, что советовать что-то, это я в этом деле не советчик. Приедете, разочаруетесь. И ты еще станешь виноватый, потому что меня судьба так забросила сюда. Я вроде как бы доволен. Ничего плохого. Где я жил, там не очень хорошо. Как говорится, Свердловские заводы, фабрики, экология вообще никакая. И т.д. и т.п. Так что, а здесь хоть у моря. Пусть здесь лето всего 2 месяца, грубо говоря. Но я имею в виду курортных месяцев. Ну, может быть, не 2, может, я немножко там вам приуменьшил, но курорт все-таки начинается где-то с августа, с сентября. Ой, в конце июля, август и сентябрь, друзья. Ну, пусть 2,5 месяца и все. А так-то тепло. А вот курорт, да, 2,5 месяца всего длится. Из-за этого здесь очень дорого. Если даже сюда ездить, ехать к морю и в какой-то курортный городок или там курортные там какие-то места там заказывать и т.д. и т.п. Но у нас дорого, у нас в городе дорого просто. Там тоже смотрю плиты, там тоже шашлычки делаю. Тут я вам, ребят, 100% скажу. Потому что это вам не Турция, это вам не Сочи. Да и там, говорят, тоже ничего дешевого нету. Так что как-то так, ребят, как-то так. Сейчас нигде дешевого нету. Все хотят заработать сразу и много. Из-за этого цены просто разрывают иногда мой мозг. Просто разрывают. Я, как говорится, 20 лет работал, ну, люди идут, 20 лет работал, грубо говоря, ой, 10 лет назад работал, было там, стоило, как говорится, все, по 8 рублей сигареты стоили, а сейчас по 100. Так что как-то так, ребят, как-то так. Людей встретил, с собачками гуляю. Все дорого, все дорого. И бензин стоил,
12 рублей. Сигареты стоили 8,50. А сейчас те же деньги получаю. А у нас бензин по 50 рублей. Сигареты по 100 рублей. Что вам говорить? Все вы без меня прекрасно знаете, друзья. Вот как-то так и живем. А в Владивостоке всегда было дорого. Всегда, во все века. Ребят, я не могу найти, где мне спуститься. Игорь заблудился, ебанзи. Ой-ой-ой, нет, я туда уже не пойду. Это уже я далеко зашел, походу. Нет, это я уже выйду не знаю куда, не знаю зачем. Нет, так, мы так не договаривались. Нет, ребят, надо обратно пойти. Я где-то тропу эту вниз потерял. Где-то потерял вниз тропу. Так, что вы мне там писали еще, ответить на ваши комментарии, друзья? Ну, на то, что вы там говорили мне. А, вон там тоже бревно. То, что вы мне там говорили. Андрюха мне написал, говорит, шарлатаны, мошенники. Так это понятно. Шарлатаны, мошенники, к ним зайди. Ну, никуда не денешься, надо. Надо зрение проверять. Я не знаю, что это, с чем это связано. Еще вы мне написали, может быть и аллергия. Да, может быть и аллергия на что-то. Но почему-то один глаз. Ну, может быть, и такое бывает, не знаю. Какие красивые цветочки. Такое тоже бывает, не знаю, ребят. Надо в этом разбираться. Я не офтальмолог. Я не в курсе. Но надо сходить. Хожу, прокапали там немножко. Сделали сейчас второй раз, сейчас пойду третий. Но что-то меня это не радует. Я хочу глубже заглянуть в глаза, чтобы мне специалист сказал, что у вас то-то, то-то и то-то. А это бесплатно тоже, ребят. Знаете, как говорится, можно и годами лечиться и не вылечить. Посмотрим, заплачу деньги, посмотрим, что как получится. Вроде я выхожу на эту тропу, друзья. Где-то здесь вроде. Да, вот тут вот внизу. Оп. Тут тоже вот можно шашлычки делать. Тут какие-то двери. Тут кого-то раздели, бухали. Вот она тропа, нашел я тебя. Так что как-то так, как-то так. Конечно, вот смотрите, я вам говорил когда-то, да, не так давно, что без машины вроде как бы и хорошо, вроде и не надо, и с ней много суеты и т.д. и т.п. А вот с другой стороны, если вот так вот отдыхать и куда-то съездить, конечно, нужна машина. Потому что на автобусе или на трамвае, на троллейбусе ты далеко не уедешь. Как бы машина для суеты нужна. Опа! Ну это, если сможем заработать, заработаем и купим. Если нет, ничего страшного. Опа. Так. Спускаемся потихоньку. А то можно покатиться. И тогда попадем не к стоматологу, а к хирургу. А в худшем случае сразу туда в морг. Сразу в морг, блядь. Че лечить? Сразу в морг и все, и нормалек. Ой-ой-ой, Игорь Николаевич, что ты говоришь? А, ребят, ну вот я прогулялся с вами немножко по лесу. Так что, как всегда, я жду от вас, ребят, каких-то комментариев, каких-то знаков внимания. Лайков, дизлайков, кому что нравится, пишите, может, посмотрю, я подумаем, как завтра пойду еще к врачу схожу, может, куда-нибудь еще съезжу, что-нибудь вам, как говорится, покажу. А пока, друзья, пока.